Что такое радио? Радио – это средство массовой информации, говорящая коробочка, которая всем что-то рассказывает или показывает. Это такой прибор, который разговаривает. Штучка, где можно услышать новости, песни. Радио – это электроприбор, и через него сообщают новости, песни, музыку, и что произошло, и погоду. Почему люди слушают радио? Потому что они хотят узнать, что случается в городе, чтобы уснуть или отдохнуть, или успокоиться. Они слушают, чтобы узнать что-то новое или послушать всякие разные песни, чтобы узнать, какая погода, что случилось, что на каком конце земли. Что можно услышать по радио? Можно услышать всякие разные детские и взрослые песни. Например, «Море-море», «Аист на крыше», «Пусть бегут неуклюже». Ну, короче, разные. Можно услышать, как машина врезается в аварию. Можно услышать сказки про брачную гену, про фиксики. Передача про футбол, передача про хоккей. Я слушаю погоду, чтобы когда погода плохая, не выходить сидеть дома, а когда она солнечная и хорошая, выйти гулять. Поздравь всех радистов с профессиональным праздником. Я поздравляю всех радистов с Днем Радио. Желаю им счастья и здоровья. Я желаю им счастья, здоровья, чтобы они никогда не нервничали, не скучали. Я поздравляю всех радистов с Днем Радио. Желаю здоровья, счастья, чтобы у них было очень много свежих передач. У них радио, чтобы не сломалось, но много их было бы. Я желаю им счастья. Я желаю счастья, здоровья, чтобы мне было много-премного новостей. Я желаю, чтобы они никогда не болели и всегда слушали радио.